Друзья, всем привет! Добро пожаловать на техноблог «Гаджеты, ремонты, обзоры, распаковки». А в самом начале видео я хочу сказать «нет войне». Я считаю, что у украинцев и россиян общий враг. Это моя принципиальная позиция. И россияне поддерживают украинцев и желают скорейшего окончания всех военных действий и наказания всех военных преступников. Что ж, а мы начинаем очень мирную тему. Здесь у нас будет товар из темы игрушки. Сразу после заставки канала начинаем. Итак, значит, у нас здесь будут игрушки. Товар в данный момент на экране описание лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Пока вы изучаете описание лота, я ее уже буду распаковывать. В общем, товар у нас здесь BusyBox, так называемый. Вот, разные есть термины: BusyBox, BusyCube, BusyBoard. Ну, BusyBoard — это, так скажем, одна из граней BusyBox, да, то есть это просто доска, оснащенная различными интересностями для малышей. То есть там то, к чему ваши малыши стремятся руками всегда долезть. То есть это всякие замки, защелки, щеколды, шнурки и прочие разные принадлежности, да, которые не всегда безопасно, ну, настоящие, по крайней мере, давать им в руки. Также то же самое с розетками, да. То есть, например, очень часто на BusyBox'ах есть такой муляж розетки с вилкой, вот, которую можно ребенку безопасно, в общем-то, дать потрогать, чтобы он утолил, так скажем, свой интерес к подобного рода вещам. Вот, хотя с психологической точки зрения это все под вопросом, да, если, то есть, вы ребенку даете, например, муляж вилки с розеткой, да, то есть он может потом интерпретировать это как, что можно безопасно лезть и в обычные вилки с розетками. Здесь вот с психологической точки зрения достаточно такой немножко спорный момент, вот, но в любом случае ребенку будет жутко интересно все это потрогать, понятное дело. Вот, если уж ему что-то из этого и давать, то уж лучше дать, конечно же, из BusyBox'а такую вещь, чем он полезет в настоящую розетку. Здесь она еще упакована в скотч дополнительно. Так, распаковываем. Вот, у нас уже, так как третий ребенок, соответственно, уже есть некоторое понимание, какие вещи, какие игрушки очень нужны и очень полезны и занимают ребенка долгое время. Ну так вот, такие вещи, как BusyBox, действительно, долгое время с ними можно играть. Конечно же, еще зависит от состава, то есть что конкретно здесь на этом BusyBox есть. Сейчас мы с вами это все дело рассмотрим уже поближе, каждую грань. То, что нужно. Значит, смотрите, то, о чем я говорил. Значит, первая сторона. Здесь у нас есть вилка с розеткой, вилка на цепочке. Шикарно. Какая-то здесь вот есть, не знаю, просто интересность. Так, шнурки. То есть можно учить ребенка завязывать шнурки вот здесь. Смотрите. Хоп. Так, замочек тоже очень привлекает детей. Замочек. Так, поехали. Следующую грань. Здесь у нас вот такая шестереночка и колесико. Еще колесико. Так, отлично. Дальше. Здесь у нас, значит, вот такие вот лабиринтики. Круглый, квадратный, прикольно. А здесь у нас замочек такой, или как он называется? Ремешок-замочек. А здесь еще игрушечка прилеплена. Так. Значит, следующая грань. Здесь у нас открывающиеся дверки. Здесь у нас что есть? Ключики, во-первых, есть. Вот ключик. Здесь есть шпингалет вот такой. Есть вот такой крючочек. Значит, открыв все это дело, можно открыть. И внутри можно подкладировать еще какие-нибудь другие игрушки. То есть BusyBox сам по себе еще может являться таким местом для хранения каких-либо других. Снизу он вот такой простой вещей. Так, значит, здесь у нас фонарик. Здесь у нас вот такая штучка очень интересная. А, да, прикольно. Есть такая одежда, да, с такими штучками. Так, здесь еще один вот такой элементик. Ну и вытяжка такая.
Вертяшка такая. Вот, в принципе, весь этот бизи-бокс. Сделанный из дерева, не из пластика, то есть экологичные материалы. Ну что ж, в принципе, все супер. Нам нравится. Вот, а какой бизи-бокс выбрали вы? Поделитесь со мной в комментариях. Мне же на этом разрешите видео заканчивать. Хочу поблагодарить вас за просмотр видео до конца. В самом конце мне, как всегда, формальности. Спонсорами видео являются международные площадки AliExpress, Tmall, Gearbest, Banggood. Не забываем подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Если видео вам помогло сделать выбор, можно поблагодарить меня кнопочкой «Спасибо» под видео, либо кнопочкой «Донат» на канале. Если особенно нравится мой канал, то, пожалуйста, подписываемся на спонсорство. Этому я всегда рад. Все, друзья, веселых вам игр, всем удачи, пока!